Стеклянные бутылки, рекламные баннеры, остатки мангала. Весь этот мусор бросили здесь отдыхающие. Теперь береговую линию Священного моря убирают сотрудники иркутского филиала компании «Газпром Трансгаз Томск». Подобную акцию они инициируют уже третий год. Хорошее место, хорошая природа. Здесь наблюдаются спортивные мероприятия по виндсерфингу, кайтингу. Поэтому нашу жемчужину необходимо сохранить для детей, для внуков. Газовики вышли на борьбу с мусором в Большом Голоусном всем коллективом, вместе с семьями. Я с папой приехала, чтобы убираться, чтобы Байкал был чистый. Потому что Байкал – это большое озеро, там живут разные существа морские. И мы не хотим, чтобы наш Байкал был грязным. По словам участников экологической акции, мусора на Байкале становится меньше. Если в прошлые годы с 2 гектаров вывозили по 2-3 КАМАЗа, то в этот раз собрали всего 20 мешков. Вполне возможно, что люди последовали хорошему примеру газовиков. Кроме основной деятельности транспортировки газа, сотрудники компании также занимаются благотворительностью. Высаживают деревья, помогают приютам для животных, участвуют в экологических марафонах и во Всероссийском фестивале энергосбережения «Вместе ярче». «Газпром Трансгаз Томск» – социально ориентированная компания, которая уделяет большое внимание вопросам экологии. Особенно это касается тех регионов, где компания реализует свои проекты. Здесь же общество ведет работу над созданием крупнейшей системы транспортировки газа на востоке России «Сила Сибири», проектом, который реализуется в рамках «Восточной газовой программы».